Это территория в Олимпийском парке, место под будущий сквер. Сегодня здесь появилось первое дерево. Пальму посадили участники международного форума «Атом-экспо». Он стартовал в Сочи сегодня. Это крупнейшая деловая площадка, где обсуждается современное состояние атомной отрасли. На церемонии закладки сквера лопаты и лейки в руки взяли руководители ведущих мировых организаций в области атомной энергетики. Сквер назвали «Зеленый квадрат». Он будет символизировать развитие альтернативных источников энергии – гидро и атомной энергетики, энергетики солнца и ветра. В этом году мы решили внести свой вклад в развитие этого замечательного места. Деревья, которые здесь будут расти, живут многие столетия. Это значит, что как и объекты атомной энергии, они будут радовать не только нынешние поколения, но и наших детей и внуков. Новые саженцы в сквере появятся уже 17 апреля. Деревья высадят учащиеся образовательного центра «Сириус». В перспективе, согласно проекту, в центре зеленой зоны разместят дерево оливы. Также будут установлены лавочки и уличное освещение.